Маємо наступного гостя. З нами зараз Денис Гранкін, айтішник, байкер, який вирішив залишити Крим і переїхати до Києва чи до Львова. Як правильно пояснюю? Все вірно, я був винужден залишити Крим. А чому? Ну, багато людей, ну, не так багато людей емігрують, коли, наприклад, у Львові там казали, переїжджайте до нас, можете на час там, поки події неоднозначно відбуваються, переїжджайте, там, поживіть у Львові якийсь час, поки не заспокоїться все. І говорили ці люди, які запрошували, що людей, які запрошують багато, а людей, які приїжджають, зовсім мало, і там, ну, буквально там зовсім невелику частину цих помешкань займають. Я впевнений, що в скором часі це зміниться, тому що после оккупации Крыма фактической, насилие идет по возрастающей. То есть я русскоязычный харьковчанин, 3 года тому я переехал в Севастополь и не чувствовал себя ни в опасности, ніяких притіснень не відчував. Ну, як там же кажуть, що права російськомовних в Севастополі обмежують жахливо. Ну, це російські канали говорять, політики заявляють. Чому ви їм не вірите? Тому що вони лгут. Фактично лгут. І іменно після захвату російськими властями Криму ситуація почала постепенно складатися в гуманітарній катастрофі. Сначала вот первый митинг, когда они приветствовали беркутов с цветами, как героев. Вы, наверное, все это помните. Мы даже пытались что-то говорить. Вот одна девочка сказала, что они лгут, и ее едва не разорвали. Но было еще безопасно. Какое-то время спустя носить флажок украинский, мы ходили поддерживать украинских военных на Славутичи. Было приемлемо. Я не чувствовал смертельной угрозы. Позавчера, среди бела дня, и хочу особо отметить, что не по политическим мотивам... Это видео, когда витали... Да-да, очень, очень интересно. Ага, ну, мы не будем показывать. Так вот, позавчера, извините, перебив. На меня было совершено разбойное нападение в центре Севастополя. А за що? Тобто ти просто... Ні. Був мітинг в підтримку Шевченка в честь його дня рождения, прошу прощения. Однак цей мітинг став фактично вираженням мнення україноязичних севастопольців, яких, в принципі, вистачає. Ви могли бачити, там є чоловік 200 було. І ви також бачили, наверняка, як жорстоко він був розогнан так називаємою самообороны Севастополя. В какой-то момент мне позвонили мои подруги, которые присутствовали на этом митинге, и в ужасе стали писывать, что творящийся там беспредел. Я был вынужден ехать в ту сторону хотя бы, чтобы попытаться вытащить их в безопасное место. И в маршрутке я услышал, как парень криминальной внешности, который сидит по соседству, звонит по телефону и собирает людей, говорит, наших бьют, нас травят газом, берите с собой. Он сделал около 5 звонков, пока мы ехали. Я достал телефон, набрал свою подругу и сказал, вас едут бить, вызывайте милицию. После этого на меня началась охота. Нас было 2, я и моя невеста. И нас начали ловить по городу. Мы вышли из маршрутки, этот парень вышел за нами. К нему подошел еще один, и они начали нас преследовать. Они хотели, чтобы мы показали им паспорт, во-первых. Это важный момент, потому что в Севастополе в настоящий момент без прописки находиться попросту опасно. Ну, то есть, если вы не местные, вас только за это может уже... Да, это факт. Также они хотели попасть к нам домой и проверить, нет ли у нас взрывчатки. Исходя из его слов, после моего звонка он принял меня за координатора проукраинских сил в регионе и посчитал разумным начать на меня охоту. Вот, мы попытались скрыться на такси, но таксист отказался вести нас после объяснения этого человека, что мы вот
бандеровцы. Он нас высадил. И уехал. Мы сели в маршрутку. Я понял, к чему все идет. Я пытался скрыться, тем более я был с женщиной, которую я пытался оградить от того, что впоследствии произошло. В общем, эти ребята, их было уже двое, подошел к ним еще один, они сели с нами. И в какой-то момент красный спортивный автомобиль подрезал маршрутку. Стали собираться люди. Он все время, пока мы ехали на маршрутке, он обзвонил людей, тех же, очевидно, которых он собирал на митинг. Нас остановили и вытащили из маршрутки. Но очень грубо. Я сказал, что я никуда не пойду, но это требование было проигнорировано, точнее. Вот. Очень быстро собралась заметная толпа, человек 30. То есть я был очень занят, естественно. Но вы были одни, нас было двое. А вас было, да, двое, ну и 30 людей просто, да, забралось в дружину. Они очень быстро съехались, это было недалеко от митинга, ага, и там уже была бойня. То есть это была вторая волна. В какой-то момент меня захотели куда-то везти. Меня стали тащить в бусик. И тут я понял, что мне пора что-то решать. Я начал отбиваться, вырываться, упираться и кричать. Вот это все, что я мог делать, потому что силы были явно не на моей стороне. Лена тянула меня за руку наружу и пыталась привлечь внимание. Из всех людей, которые находились в округе, всего два человека, такая же пара, как и мы, но из Москвы, русскоязычные, русские ребята, поинтересовались, что, собственно, происходит. Остальные начали поддерживать, начали ругать нас всячески. Унижать. Я не знаю почему, я почувствовал, что я уже сдаюсь, я не мог больше сопротивляться, я оказался почти внутри, но меня вытащили наружу, положили лицом в асфальт, наступили ногой на шею, на грудь, придавили к земле и связали руки за спиной. Все это время меня били корпус, ноги, руки, не лицо. И заявляли вокруг, что никто его не бьет. Что интересно. Да. А просто цікаво, люди, ну там же живе насправді дуже багато людей, і я впевнений, що не всі там мешканці Севастополя виходять, конечно, на вулицю і б'ють людей, і або це підтримують. А люди не реагують навколо, тобто на те, що, ну, коли бачать насилля? В моєму випадку ні. Тобто вот із всієї маси людей, всього два чоловіка, які заінтересувалися хоча б, що відбувається, і предложили допомогу Лені. Вони хотіли спасти хоча б її від відбувається. Ну, я ничего не мог поделать, я лежал навзничь, придавленный несколькими телами, со связанными руками. Вас потом, вас долго тримало? Нет, дело в том, что мне удалось впоследствии избежать. Меня не увезли, меня перевернули, и я начал смеяться. Потому что ситуация фактически была абсурдной. Группа людей по звонку какого-то, очевидно, психически нездорового человека собралась и задерживает, обвиняет, избивает программиста. Ну, потому что они не громадским активистом, не там, да, их не политическим у них нет, оппонентом. Да, не то, что прав, у них нет ни ответственности, ни самосознания для того, чтобы хоть как-то заниматься тем, чем они пытаются заняться, то есть наведением порядка в регионе. Ви кілька років жили в Севастополі? Три года, да. Три роки жили в Севастополі. За, на вашу думку, ви ж, ну, ви спілкувалися, думаю, там у вас багато друзів, знайомих. Як ви оцінюєте? Бо мені, наприклад, зранку сьогодні просто розбудили знайомий з Києва, який каже, я подзвонив там купі друзів в Крим, всіх запитую, всі кажуть, що ні вони, ні їхні друзі зовсім до Росії приєднання не хочуть, і ці мітинги не підтримують, і взагалі вважають, що теж відбуваються кримінальні якісь події. У вас теж таке враження, чи все-таки ви зустрічали багатьох людей, які хочуть в Росію? По моїм оцінкам, приблизно пополам, по крайней мере, в Севастополі. Многие люди говорят, я хочу, чтобы здесь была Россия, потому что мне будет удобно. Я слышал такое не от одного человека. Дуже зручно буде купувати в кілька, да, разів дорожчу електроенергію, питну воду, їздити, отримувати всі товари з митним збором, якщо вони надходять з території України. Дуже зручно буде, мабуть, зараз перебудовувати систему державного управління, що вони вже зробили, вже переводять на російську мову. Ще, мабуть, не менш зручно буде з візою їздити на територію України. Можливо, жити з кількома паспортами, як це зараз на території Придністров'я. Ну, мабуть,
них такі аргументи, їх задовольняють повністю, але ж мати ще й російський паспорт. Ну, не нам судити цих людей, звичайно, з вами. Які у вас далі плани? Що далі будете робити? Я планую підтримувати біженців, які, як я, були вимушені покинути свої жилища. Я планую підтримувати тих, хто залишився там. У мене там дуже багато друзів, які не хочуть уїжджати принципіально. Тут мій дім, я нікуди не поїду. Вони знаходяться в опасності, тому що фактично можна пострадати за проявлення чоловічності. Все, що я зробив, це предотвратив, може бути, збиєння когось. Ну, або якби хтось звонком кинувся вас захищати, я думаю, ця людина теж могла б спокійно постраждати, оскільки їх було дуже багато. Так і є. Эта сила, она действительно, она очень серьезна. Они всерьез считают, что защищают свой город от опасности. Среди них всех я видел одного человека с живыми глазами, с которым было не страшно хотя бы пересечься взглядом. Зеленые лица, стеклянные, бездумные глаза. Тем не менее, когда я начал смеяться, я сбил их с толку. А, вони не зрозуміли, що відбулося, так? Да? Да, вони поставили мене на коліні і стали розпрашувати. Ну, брати інтерв'ю, своєобразне очень. Вот. Меня сняли пару раз, пару фотографій зробили і сняли короткое відео, на котором просили здати моїх сообщників. Я сказав, що мене задержали і збили на вулиці міста Севастополя. Іменно таке відбувається тут зараз. На що, опять же, мене обвинили в тому, кому я це говорю. Я сказав, що всім. Вот. Кстати, эту фотографию впоследствии опубликовали в теме на СЕВ-форуме. Ага, у них есть специальная тема. Да, Майданутые, Севастополь, явки, пароли. Там описали, что я приехал из Харькова, не добавив, что я тут живу 3 года. И вот что моя харя, я цитирую, нужно меня высматривать и преследовать. Ну, вы решили захистити себе, вы дівчину, мабуть, свою наречену теж. По сути, моя невеста спасла меня. Я не мог ничего сделать, вся агрессия была нацелена на меня. Она просто в меру своих сил пыталась не допустить, чтобы я уехал с этими людьми. Я не знаю, что бы было, если бы мне удалось затащить в микроавтобус. Будем сподіватися, что вы сможете, ну, в кращому випадку повернутися додому, жити в середовищі позбавленому таких людей неадекватних, які можуть просто ні за що бути інших на вулиці, або ж в гіршому, звичайно, випадку, де вам доведеться лишатися тут і соціалізуватися вже в умовах великої України без Криму. Подивимося, чим це закінчиться. Дуже дякуємо вам, що просто дуже важливо побачити, що ж там відбувається з перших уст, бо відео, там не всі вірять, там телефонним дзвінкам не всі вірять, активістам не всі вірять, а от живим людям вірять. Я хотів би додати, що мене спасла міліція. Лена визвала по 102, це дуже важливо. У них є, частина міліції перейшла на сторону цих сил, і у них є свої міліціонери, які мені дзвонять по 050, по 063, і визивають їх як представителі МВД. Я дождался белого приуса, на который меня увезли в отделение и оформили как потерпевшего. А вы справжний такого, да? Справжня милиция, тобто за 02. Ага. Дуже дякуємо. З нами був Денис Гранкін, IT-спеціаліст і байкер, який змушений був залишити Крим через те, що там відбуваються речі, які суперечать здоровому глузду.